К 9 годам колонии приговорили павлодарца за избиение жены 8-килограммовыми гантелями на глазах у детей. Подробнее в сюжете. Избив зверски жену, сломав ей половину черепа, мужчина в прямом смысле оставил ее умирать, запретив детям открывать дверь и звонить в полицию. Только на утро сын открыл дверь родственникам. Женщина в тот момент была уже в коме, потеряв много крови. В суде потерпевшая заявила, что не имеет претензий к подсудимому и просила не лишать его свободы. Преступление, совершенное Б, относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд с учетом тяжести совершенного преступления и степени общественной опасности назначил Б по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 Уголовного кодекса наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый и его адвокат просили переквалифицировать действие как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и назначить ему меру наказания, не связанную с лишением свободы. Валентина Леонова, Айбек Газиз, ЕРТС Акпарат.